История, правда и ложь. Подзаголовок серии «Кирилл и Мефодий не придумывали славянскую азбуку». Наука истории – это мнение потомков, основанное на прочтении свидетельств, оставленных современниками неких событий. Чем больше промежуток времени лежит между свидетелями и потомками, тем более искаженно потомки толкуют и пересказывают произошедшие события. Каждый что-то упускает, меняет или прибавляет от себя, выдумывает в угоду своим представлениям. Ни о какой точности и верности отражения событий в истории как науке речь даже не идет. А существуют эдакие молчаливые сговоры. Просто считать, что одни события происходили так и тогда-то, а другие эдак, невзирая на противоречащие этому источники. Наука стала той же верой, только верой не в высшие силы, а в определенные источники, либо в непереложенное слово их толкователей. Кирилл и Мефодий. Общепринятое мнение создателей славянской азбуки. Это мнение поддерживается обществом и наукой. По науке до Кирилла и Мефодия славяне в диком виде скакали в лесах по веткам, улюлюкали, перебрасывались шишками, а после Кирилла и Мефодия стали набираться уму-разуму и учить грамоту. Так ли это? На основании чего наука, следом за ней общество, пришло к такому мнению? Насколько оно окажется справедливым, если мы начнем разбирать этот вопрос по источникам, а не по тому, что говорят ученые? Начнем. Небольшое предварение. Я буду часто пользоваться словом «список», применительно к давним рукописям, вроде летописей или житий святых. Список означает буквально рукописную копию, то бишь список, списали, переписали. Списки одного и того же произведения, например, летописи, в той или иной мере отличаются друг от друга языком изложения, подробностями описываемых событий, а порой и самими событиями. Далее. Летописное слово «славение» означает то же, что сейчас «славяне». Разбирая источники на старославянском языке, разговорном языке давнего славянского обихода, а не, как говорят ученые, сугубо церковном языке, следует помнить, что слово «язык» имело еще одно значение – не часть тела, но ветвь определенных народностей. О чем идет речь? Согласно летописному преданию, после всемирного потопа землю разделили между собой сыновья Ноя – Сим, Хам и Афет. И в летописях сказано, кому какие части суши достались и какие народы их населяли. И тут важны понятия – колено, язык и племя. Они хорошо отражены в такой выдержке из летописи. От Афетова же колена, сына Ноева, бысть 20 язык. В них же бе и наш славянский от Афетова племени. То бишь, колено Афета имеет 20 отростков, языков, среди коих и славянский язык не набор слов, а отросток, отдельная часть племени Афета. Племен всего 3. Сима, Хама и Афета. Остальное их ветви, языки, не племена. Один из списков добавляет, что всего на 3 братьев было 72 языка. И от сих же 72 языку бысть язык славянск от племени Афетова, нарицаемый норцы, и же суть славяне. То есть, среди этих 72 языков был язык славянский от племени Афета. И этот язык, народ, назывался норцы, иначе говоря, славяне. Тут бы я не хотел отвлекаться от темы передачи, потому что сама по себе затронутая тема норцев очень важна и в рамки сегодняшнего разговора не поместится. Дело в том, что современная наука считает норцев кельтами, а кельтов не считает славянами. Это одно из заблуждений науки, которое противоречит всем, повторюсь,
всем древним источникам. Что до летописца Нестора, то он полагал, что вот эти славяне-норцы стали расселяться по разным местностям и стали чехами, хорватами, сербами, моравами и так далее. Да, где жили норцы-норики? В давних источниках, включая карты, возле Италии через Альпы лежит страна Норикум, ну это латинское название, или Норицы, норцы. Народ этой страны тоже зовется Норицы или Нори. Возможно, от слова «нора», кстати. Города Норикума латинского и координаты он их помещены в географии Птолемея. Плиний в естественной истории сообщает, что норики живут в Карнийских Альпах, ныне это граница Австрии и Италии, и раньше назывались таврийскими. Соседний с нориками народ по Страбону – венделики. Они же, по моему разумению, основанному на мнении древних историков, в разных местностях, временах и говорах именовались так – венеды, венды, венеты, ванды, энеты, анты. Иордан в Гетике, впрочем, разделяет венетов, антов и склавенов, отмечая, что происходят они от общего корня – венетов. Как бы ни было, в древности славян называли также венетами. А современная наука выдумала себе, что венеты не славяне, а другой народ – кельты. А что это за кельты такие? Вы слышали о таком народе? Где живет народ под таким названием? Слово «кельты» вошло в употребление европейскими учеными в 17-18 веках для обозначения народностей, населяющих Ирландию и Шотландию. Но разве они называли себя кельтами? Общеизвестно, что не называли. А вот грек Геродот называл кельтами население верховья Дуная и востока Европы. Кто живет на этих землях? Да те же, кто и при Геродоте, славяне. Почему современная наука называет кельтами определенные народы, это вопрос к представителям науки. Причем вопрос совершенно провальный, потому что если его задать, над вами начнут смеяться, как стадо гусей. Один ученый начнет, остальные подхватят. Га-га-га. У них все давно доказано. Историки кивают на генетиков, генетики на историков, историки на археологов, археологи на генетиков. Но современники кельтов считали их славянами. Однако вернемся к теме передачи. Итак, Кирилл и Мефодий, точнее Константин. Кириллом он стал, приняв схиму. Деятельные братья из Салуни, ныне греческий город Салоники, с которыми принято связывать изобретение славянской письменности, алфавита, когда из Моравии поступил запрос на понятную народу Библию, не греческую, не латинскую, но славянскую. В царской России на стыке 19-20 веков тексты летописей были доступны немногим, да и в советское время переиздавались нечасто. Для работы с ними приходилось ездить в библиотеки Москвы, Киева или Ленинграда. Большинство же исследователей довольствовалось разрозненными цитатами, переходящими из книги в книгу, и осовремененными, в кавычках возьму, переводами летописи, в частности, повести временных лет. Хрестоматийный перевод повести временных лет, выполненный Дмитрием Лихачевым, вместе про Кирилла и Мефодия гласит: «Был един народ славянский, славяне, которые сидели по Дунаю, покоренные уграми, и моравы, и чехи, и поляки, и поляне, которые теперь зовутся Русь. Для них ведь, моравов, первых созданы буквы, названные славянской грамотой. Это же грамота и у русских, и у болгар дунайских. Познакомимся теперь с тем же местом в подлиннике, по Лаврентьевскому списку, одному из списков повести временных лет. Бе един язык славенск. Славены же сидяху по Дунаеву, их же прияша угри и морава. Чеси и ляхове, и поляне, я же ныне зову моя Русь, сим бо первое приложены книги морави. Я же призвася грамота славянская,
Я же грамота есть в Руси и в Болгарии дунайских. Где тут написано про создание букв? Откуда Лихачев взял, что для маравов первых созданы буквы, названные славянской грамотой? Подлинник ясно говорит, книги, а речь идет о священных христианских книгах, Библии, сперва были приложены, переведены народу Моравии. Эти-то переводы называли грамотой славянской, писанием славянским. Опять-таки, летописец подразумевает Библию на славянском и дополняет, что такое писание в ходу в Руси и у болгар дунайских. Примечательно, еще с 19 века исследователи заметили, что в старейших редакциях житий Кирилла и Мефодия на старославянском сказаны книги, а в поздних книги постепенно превращаются в письмена. Несмотря на это, наука считает Кирилла и Мефодия создателями славянской азбуки, а точнее сразу двух алфавитов – кириллицы и глаголицы. Именно письмена или даже грамота упомянуты в единственных на греческом языке сочинениях, касаемых Константина и Мефодия, вариантах жития святого Климента, где есть грамота скловениха, и слово «грамота» обычно переводят как буквы, совершенно выпуская из виду, что оно обозначает и письмо, в смысле писание, священные книги. Так на греческом «иерограмота» – заветные буквы, завет, Библия. А была известна, например, латинская Библия, Библия на латинском языке. Никто не утверждает же, что латинская Библия – это название азбуки. Точно так же и славянская грамота, славянское писание – это Библия на славянском, общем тогда славянском языке, который в несколько искаженном виде дошел до нас и в летописях. В большинстве источников, летописях, житиях, письмах не сказано, что братья создавали азбуку. Повесть временных лет, говоря о Кирилле и Мефодии, отрывочно и путанно пересказывает их жития, но поскольку именно летописное изложение событий известно больше других, разберем сначала его. Согласно повести временных лет, правители славян, живущих по Дунаю, князья Ростислав, Святополк и Коцал, просят византийского царя Михаила снабдить их крестившихся подданных переводами священных книг. Прежде эти князья просили о том же папу Адриана II, однако не успел он послать своих людей, как дело перехватил Михаил. Ему Коцал и Святополк на официальном уровне поясняют, чем вызвана их просьба. «Не разумеем ни греческую языку, ни латинскую, они бо не инако учать, а друзьи инако. Тем же не разумеем книжного образа, ни силы их, а последние учителя, и же могут не сказать и книжные словеса и разум». Князья хотят малого. Переводчиков священных христианских книг, уже проповедуемых среди славян на латыни и греческом, которые народу непонятны. Не сказано, что славяне не разумеют родной грамоты. Они не понимают латыни и греческого. Напомню, в дальнейшем для повествования пригодится, что Византия – это введенное учеными название Римской империи того времени, когда столицу ее перенесли из Рима в Новый Рим, он же Константинополь, ныне Стамбул. В летописях Константинополь именуется Царьградом. Римская империя того времени дала сильный крен в сторону Греции, посему то, что ученые окрестили Византией, в наших летописях и житиях святых упоминается как греки. Сами же византийцы именовали себя ромеями. Византийский царь-император Михаил просит Друнгария,
должность военного командира в Византии, значение менялось в зависимости от времени. Так вот, царь Михаил просит Друнгария Льва из города Селуния отрядить в славянские земли сыновей Мефодия и Константина по прозвищу Философ. Этот император Михаил, сын Феофила, давно был знаком с Константином. Ведь когда умер отец Михаила и последний вступил на престол с матерью своей Феодорой, при нем были, как выражается житие, пестуны, великие боляри, доместик Мануил, Феокис Патрикий, да Логофет Дромн. Дромн знал родителей Константина и Мефодия и присоветовал Константина в качестве учителя для царя Михаила. Так Константин приблизился ко двору. Но я отвлекся. Да, кстати, слово «я» на старославянском означает «их». Также после глагола слово «и» значит «его», а «ю» – «ее». Например, «и послаша, и погребы», «и послали его погребы». Отец братьев Лев соглашается. Летопись говорит: «И послаша я в славянскую землю, к Ростиславу и Святополку и Коцлаве. Сима же пришедшима нечасто составляйте письмена азбуковные славянские и переложисто апостол и евангелие. Ради быша славени, яко слышиша величие Божие своим языком. Посем же приложисто псалтирь и октаик и прочие книги». Всего-то сказано по лаврентийскому списку, что Константин и Мефодий пришли к славянам, да приняли за работу, о которой их просили. Составляйте письмена азбуковные славянские, значит, не составили азбуку, как думают ученые, а указание, что братья создали писание, письмена на славянском алфавите, переложив, переведя книги «Апостол» и «Евангелие», а затем «Псалтирь», «Октаик» и прочие книги. А славяне ради быша, рады были, что услышали хвалу Богу своим языком. Составить, как ставить, дом поставить, дом сработать, создать. Составили письмена азбуковные славянские, создали перевод на славянский азбучный письменный язык. Дальше в летописи идет текст, в котором ученые находят подтверждение своему мнению о Кирилле и Мефодии, как создателях славянской азбуки. Некие люди, проведав о переводе священных книг на славянский, были недовольны и говорили, что «яко недостоин, ни которому же языку имейте буков своих, разве евреи и грек и латин по Пилатову писанию». Это предложение в разных вариантах, где читается то буков, то азбуков, толкуется следующим образом. Мол, недовольные люди утверждали, будто ни один язык, кроме еврейского, греческого и латинского, не достоин иметь своих букв, алфавитов. А я не зря говорил раньше, какое еще значение имело слово «язык». Народ! И «яко недостоин, ни которому же языку имейте буков, разве евреи и греки латин», переведем пока так. «Как недостоин никакой народ, кроме евреев, греков и латинян, иметь своих буков». Слово же «бук» – что такое? Буква? Кстати, прежде буквой называли и целое слово. Но буква ли «бук»? Заметим, буки тут во множественном числе. В Тверском списке толкуется: «буков своих рекше книг». Слово «буки» отождествляется с книгами. Я предположу, как толковать происхождение этого слова. Слово «бук» или «боук» похоже на «бок». «Бок» значит «сторона». Привычное русское слово «страница» по-украински звучит как «сторинка». А «сторинка» от той же стороны. Таким образом, буки – это значит просто страницы. Как бы ни было, в Тверском списке буки уравнены с книгами. Всем знакомо английское слово «book» – книга. Полагаю,
такое же было и в давнем славянском, но уже во время составления Тверского списка оно устарело, поэтому переписчик дает пояснение: буков своих орекше книг. В старину и слово было такое букарь, боукарь, книжник. Но о каком именно недовольстве говорит летопись? Дело проясняют жития святых. Римская ветвь христианской церкви тогда разрешала в богослужении использовать только три языка – латинский, греческий и еврейский, которыми по приказу Пилата были сделаны надписи на кресте Иисуса. Молиться на языке народа, проповедовать можно, совершать богослужение, литургию – нет. А Константин и Мефодий сделали перевод Библии и церковных служб на славянский язык. Греческое слово «Библия» в переводе означает «книги». Славянскую Библию получили славяне, и духовенство Римской Церкви возмутилось. Константин затем возвратился вспять и иде учить болгарского языка, что означает «вернулся назад и пошел учить», в смысле проповедовать христианство. А учить кого? Болгарского языка, то бишь болгарский народ. Мефодий же остался в Мораве, затем князь Коцал назначил его епископом в Пании, Панонии. И вот странность. Мефодий, посади два попа барзаписца велми и приложи вся книги исполни от грецкого языка в славянск шестью месяц. Начин от марта месяца до 26 дней октября месяца. Если пользоваться только сведениями повести временных лет, то кажется, будто речь идет о выполнении двух разных переводов. Сначала одного, а потом другого с греческого языка. Последний перевод занял у Мефодия и двух попов-барзаписцев 6 месяцев. Пожалуй, надо теперь расширить круг источников, чтобы изложить события более ясно. Источники – различные варианты житий, да, латинские документы, в основном письма римских пап. Предварительные сведения. Жития святых Кирилла и Мефодия известны только на старославянском языке. Ученые говорят, что это переводы с греческого. Однако житий солунских братьев на греческом не существует. Не дошли до нас, утверждает наука. Равным образом Константин и Мефодий не существуют в византийских документах, хотя братья начинали деятельность свою именно от восточной греческой ветви христианской церкви. Судя по житиям, выполняли важные поручения религиозно-дипломатического свойства и должны быть хоть как-то отражены. Нет. На греческом языке братья упомянуты только в связи со святым Климентом в пространном житии Климента, болгарского архиепископа Феофилакта, да в кратком житии святого Климента, архиепископа Димитрия Хаматиана. Первое датирует 11-12 веком, второе – 13. Таким образом, основные сведения о Константине и Мефодии известны только по житиям на старом славянском языке и по письмам на латыни. Константин при патриархе Фотии и Льве Математике получил образование в Царьграде. Егда же прииди Царьграду, ведаши его учителем, досе учить, и в три месяца навыки, грамматикию и прочее се есть учение, и научися о миру, а мир это Гомер, и геометрии, и о льва, и у Фотия диалезнице, диалектике, и всем философинским учениям, к сим же и риторики, и арифметики, и астрономии, и Моусики и всем прочим эллинским художеством. На Константина обратили внимание при дворе, а чтобы удержать философа от монашества, его назначили библиотекарем у патриарха в Святее Софии.
Но вскоре Константин вышел на узкое море и там тайно скрылся в монастыре. Впрочем, его нашли. Спустя некоторое время император Михаил послал Константина с миссией в Казаре, поскольку тамошний правитель попросил у Византии представителя христианской религии для участия в выборах казарами как бы государственной религии, ибо иудеи да сарацины уже начали склонять казар в свою пользу. И вот казарский царь не знает, что делать, сарацины уже дары присылают. Константин отправляется в Казаре. Страна называлась так же, как ее население. Взяв с собой и старшего брата своего, монаха Мефодия. Прежде того, Мефодий был военачальником, приближенным к византийскому императору Михаилу Триглавому, деду нынешнего Михаила. Но при сыне его, Феофиле, оставил мир и на Афоне постригся в монахи, вероятно, попав в опалу. Теперь же Мефодий шед служи, яко раб меньшу брату, повинуяся ему. Братья добираются до Херсона, как тогда называли известный нам Херсонес, окупно его окрестности, достаточно большую часть Крыма. Чтобы не путать вас в названиях, ведь современный континентальный Херсон просто носит то же имя, что давний крымский, таврический, буду вместо последнего Херсона говорить Корсунь, как его часто называли и славяне. По ранним житиям можно понять, что Корсунь подчинялась казарам. По более поздним, скажем, 18 века, Корсунь просто смежна казарским владениям. С течением времени так оно и было. Город был то под одним государством, то под другим. В истории принято считать, что Корсунь в 9 веке вошла в состав Священной Римской империи. Корсунь с некоторых пор играла важную роль в христианской церкви. Сюда часто ссылались насильно, либо бежали добровольно изгои, попавшие в очередную бурю византийских религиозных дел. Допустим, шли гонения на иконопочитание, гонимые обретали пристанище в Корсунь. Там-то Константин обучается жидовской беседе и книгам, еврейскому языку и книгам, писанию. Затем некий самарянин снабжает Константина книгами самаренскими. Философ удивляет того своим знанием языка, читая их без запинки. Далее происходит странное. Про Константина в его житии сказано: «Обреть же тоу Евангелие и Псалтырь роськи письмены писано». И человека обреть, глаголюще тою беседою. Беседа – это речь, язык. И беседовав с ним, и силу речи прием, своей беседы прикладая, разучи письмена гласные, согласные, и к Богу молитвою држе вскоре начать чисти и сказати. Каким-то образом Константин обрел, приобрел, купил ли, получил в подарок Евангелие и Псалтырь, псалмы из Ветхого Завета, писанные роськими письменами, да нашел знающего ту речь, беседу, человека. Общаясь с ним, Константин вскоре выучился читать и говорить по-роськи. Это относится ко времени, предшествующему тому, когда Константину и Мефодию поручили переводить Библию на славянский. Казалось бы, можно воскликнуть: так вот в чем разгадка последующего быстрого перевода. Но тут загвоздка. Понятие народа Руси в то время очень размыто. Каких русов имеет в виду сочинитель жития? С определенного времени русами стали называть славянские народы, подчиненные тем русам, что пришли вместе с Рюриком и его родственниками, сначала в нынешнюю Новгородщину, а потом ниже до самого Киева дошел вещий Олег как регент. Откуда были те первоначальные русы? Разговор отдельный. Кто-то считает их выходцами с Балтики, кто-то со Швеции. А древние арабские путешественники говорят о русах, что живут в крепости на острове в море, иногда уточняется Меотийском, то бишь современном Азовском.
и что остров тот 3 дня длиной. Царь же русов называется Хакан Рус, что сближает его с Каганом. Слово Хакан всплывает также во франкской хронике «Аналес Бартиниани», где говорится о посольстве от византийского Василевса Феофила к Людовику Благочестивому, что датируется 839 годом нашей эры. В составе посольства были представители народа Рос, и правитель их, согласно хронике, назывался Хакан. Кстати, главу Казар называли Коган, или, как нынче любят писать, Каган. Учитывая мягкость давнего Г, можно предположить, что при самих казарах это произносилось как Кахан. В украинском языке сохранилось слово «кахання» – «любовь». А вплоть до XVI века на Руси было множество должностей, связанных со словом «излюбленный». Излюбленные – старосты, головы, судьи. Излюбленный означало «избранный», «выборный». Возможно, таково же и значение казарского «кахана». Да и по некоторым спискам казари сами были от языка славянского. Русы, про которых пишут арабы, постоянно крутятся у низовий Волги и вообще по морям, широтой близким к Средиземноморскому. При этом арабы различают русов и славян. По житию Мефодия цесарь Михаил, позже отправляя братьев в Моравию к славянам, говорит: «Вы бо еста селоунянина, да селоуняни все чисто славянски беседуют». То есть вы селуняне, а все селуняне говорят почти как славяне. Но, исходя только из жития Константина, нельзя однозначно понять, на каком языке были обретенные Константином Евангелие и Псалтырь. Затем, не менее загадочным образом, Константин обретает святыню, мощи святого Климента, папы римского, умерщвленного в Корсунской ссылке. Однако не буду углубляться в подробности. После деятельности в Казарах, где салунским братьям удалось крестить тамошнего Кагана, бояры его, а также часть простого народа, Мефодий получает первое повышение по службе. Назначается от греческой церкви игумном в монастырь Полихрон. Проходит время. Из Моравии от князей Ростислава и Святополка поступает известный запрос насчет прислать учителей и толковать христианское писание на народном славянском языке. Согласно некоторым житиям, князья хотят видеть Константина и Мефодия именно потому, что знают об их успехе в Казарах. Но тут задача сложнее. Нужна славянская Библия на славянском языке. Царь Михаил и дядя его Варда поручают Константину этому способствовать. Найди, мол, способ перевести. Бог даст. Не смея ослушаться ни Бога, ни цесаря, Константин помолился и: «Вскоре же ему Бог яви послушание молитв своих раб, и авие сложи письмена, и начат беседу писати евагельскую, и сперва без слова, и слово бе у Бога, и Бог без слова и прочее». По другому варианту жития: «Да то яви Бог философу славянские книги». Явил Бог. Обрадовался Михаил столь скорому и чудесному явлению перевода священного писания. Константин и Мефодий отправились в Моравию, где Константин взял на обучение людей, выделенных Ростиславом. Вскоре философ перевел весь церковный чин и обучил ему учеников. Вскоре же весь церковный чин приложь, научи и утренницы, часовом и вечерни, по вечернице и тайней службе. Как сказано ранее, это вызвало недовольство внутри римской церкви, однако разбор интриг, которые на этом не закончились, оставляю вне этой передачи. Так, кратенько сейчас коснусь. Недовольство проявляли латинские и франкские архиереи, иереи и ученики их. Константин вступал с ними в споры,
Эти же архиереи по житию были в некотором роде язычниками. Они утверждали, что под землей живут человеки велеглави, люди с большими головами, а что если кто убьет змею, ему отпустятся 9 грехов. Ежели кто убьет человека, то довольно 3 месяца пить из деревянной чаши, не касаясь стеклянной, и грех тоже сойдет, как с гуся вода. Архиереи, противники Константина, не запрещали язычникам приносить их жертвы и позволяли неограниченно соединяться в браке. А Константин разводом противился. Но думаю, что недовольство было вызвано не столь формально догматом триязычия, то есть одобрением Библии только на греческом, латыни и еврейском, но возрастающей популярности варианта учения, предлагаемого Константином и Мефодием на местном языке. Братья пришли со славянским писанием в руках, да с молитвой «Отче наш» вместо «Патер Ностер» на устах. Конечно, народ потянулся к ним. Обстановка вокруг братьев накалилась. Но князь Коцал у римского папы попросил послать к себе блаженного учителя нашего, подразумевая Мефодия. Солунские братья отправляются в Рим с мощами святого Климента. Это приблизительно совпало по времени с назначением римским папой Андрианом II Мефодия на должность епископа Моравии и Панонии. Адриан II: книги славянские освети и положи и в церкви святые Марии, я же наречеться Фатань, и пеши над ними святую литургию. Посем повеле папа двумя епископами Фурмосу и Гондриху: святите славянские ученики, якоже святиша се, аби пеши литургии в церкви святаго апостола Петра славянским языком. Римский папа освятил книги славянские, Библии славянскую, и положил их в церкви Святой Марии, и пел над ними святую литургию. Затем он повелел епископам Фурмусу и Гондриху освятить славянских учеников, обученных братьями. И после этого те пели литургию на славянском языке в церкви Святого Петра. Словом, папа дал добро, но, впрочем, предписал, чтобы в Моравии на литургии послание и Евангелие зачитывали сначала по латыни, а потом уже можно на славянском. Следующий римский папа, Иоанн VIII, письмом своим запретил Мефодию богослужение на славянском. Однако архиепископ не послушался. Запреты и разрешения следует толковать лишь на фоне тогдашней религиозной и политической обстановки, когда одни ветви церкви были в содружестве с одними правителями, а другие с другими. Став архиепископом Моравии и Панонии, Мефодий завершает перевод на славянский язык тех книг Писания, которые еще не переведены. Именно из этой части жития Мефодия взято в повести временных лет про попов-барзописцев. За 6 месяцев с греческого на славянский переводят все оставшиеся книги, кроме Маккавеев. Потом же отверг вся молитвы и печаль свою на Бога возложи, прежде же от учеников своих пасаж 2 попа скорописца зела, приложив борзе вся книги, вся исполни, разве Маккавеи. От греческого языка в славянск 6 месяц, начинь от марда месяца до 20 и 6 день октября месяца. Окончав же достойную хвалою и славою Богу воздать, дающему таковую благодать и поспех, и святое возношение тайное с клиросом своим вознес, сотвори память святаго Димитрия. Псалтирь Бобе токмо и Евангелие с апостолом и избранными службами церковными с философом приложив первее, тогда же и номоканон, рекше закону правила, и отеческие книги приложи. В последнем абзаце важно, псалтырь и Евангелие, да некоторые избранные службы, были переведены раньше, еще вместе с Константином философом. А ведь именно Константин в Корсуне
Обреджет то у Евагелие и Псалтырь Роский письменный писано. Если сопоставить немудрство и лукаво, то выходит, что царю Михаилу был представлен тот самый готовый перевод, обретенный в Корсуне. Была такая древнерусская книга, пролог называлась, книга Месяцеслов, стыка 13-14 веков. Жития святых в нем упорядочены по дням поминовения. Так вот, проложное житие Константина и Мефодия уточняет временную привязку перевода, выполненного Мефодием. «Сидеше в земли Моравстии, приложи вся книги Верхога и Нового Закона от греческого в славянский, в третий индикт, в шестое тысячное 304-103 лето при святополца князи, цесарь беше греческий Василий, а болгарам от бога князь Борис, краль немецкий людям». То есть, кто тогда правил, указано, и указаны год, и дата. 6 тысяч лет – это от сотворения мира. В году 897 нашей эры недовольство римского руководства деятельностью Мефодия достигло предела. Папа Иоанн VIII вызвал Мефодия на суд в Рим, обвиняя в ереси. Мефодий подчинился, но суд оправдал Мефодия, а папа признал возможность славянского богослужения и непротиворечие его обычаям римской церкви. Судили довольно странно, келейно. Вопреки всему, по поводу Мефодия не созывался синод. Поскольку сохранились акты синода за 879 и 880 годы, все решилось самим папой и братьями, епископами. Тот же папа в послании князю Святополку в подтверждении архиепископства Мефодия сообщает, цитата на латыни, «Litteras denic sclavonicas a Constantino quondam философа Репертас, кубис деу, лаудус дебите, ресонент и так далее. Если у кого доходят руки до этого документа, обычно толкуют, исходя из представлений, что Константин изобрел некую письменность. Исследователь всего вопроса Василий Алексеевич Бельбасов в книге «Кирилл и Мефодий по документальным источникам» дает следующий перевод. Наконец, славянские письмена, некогда изобретенные Константином философом, для того, чтобы ими возглашались должные хвалы Богу, мы справедливо похваляем и мы приказываем, чтобы на этом языке были излагаемы проповеди и деяния Господа нашего Христа. Но слово «litteras», толкуемое Бельбасовым как «письмена», и «repertas», толкуемое как «изобретенные», переводится иначе. «Repertas» – «найденные», «litteras» – «писание». Вот пример употребления этого слова из латинской Библии, Евангелие от Иоанна 7:15. «Et mirabantur iudaei dicentes quomodo hic litteras scit cum non didicere», что означает «и дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись». А вот из второго послания апостола Павла Тимофею 3:15. «Et quia ab infantia sacras litteras nosti quae te possint instruere ad salutem per fidem quae est in Christo Jesu». Перевод. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении верою в Христа Иисуса». Слово «litteras» вообще принимало много значений. Это и обычные письма, и расписки, и книги, и писания. В случае Константина речь ведь идет о славянской Библии. Римский папа говорит про славянское писание, славянскую Библию, которую нашел Константин. Как нашел? Дело десятое. В одном из вариантов похвалы Кириллу и Мефодию, похвалами называют краткие жития святых, говорится: «Закон же Божий сугубо приложа, в новый язык предастся, письмена створиша ему».
Новый язык здесь, новый народ. Для еще одного народа приложили закон Божий, Писание сотворили ему, народу, языку этому. Как же случилось, что Кирилл и Мефодий из учителей славянского языка, учителей в смысле духовных, христианских учителей славянского народа языка, уже к 18 веку стали в церковной литературе, а следом за ней в науке, изобретателями славянской азбуки. С некоторых пор по славянским рукописным сборникам пошло гулять сочинение о письменех чернорисца храбра. Старейшим списком его считается сборник Иоанна Александра, он же Лаврентьевский, не путать с Лаврентьевским списком русской летописи. В сборнике Иоанна Александра проставлена дата. В год от сотворения мира 6856 Индикта I, что наука переводит в 1347 год нашей эры. Сборник был написан для царя болгар и греков Иоанна Александра и потом кочевал по библиотекам. А в 17 веке попал из Афона в библиотеку патриарха Никона, затем на печатный двор, а ныне находится в отделе рукописи Российской национальной библиотеки. Короткое сказание о письменех известно в многочисленных списках, причем храбр обычно считается именем, хотя таких имен не было, и монахи, чернорисцы подобных имен не носили. Однако храбро – это скорее слово «храбрый», склоненное в винительном падеже, согласно старому славянскому языку. Сказание кого? Чернорисца храбра, монаха храброго. Но поскольку мне нужно его как-то величать, буду пользоваться именем храбр. Считается, что он жил в 9-10 веках и был едва ли не современником Кирилла и Мефодия. Язык сказания тяжеловесен. Некоторые слова поддаются разве что толкованию, однако не прямому переводу. В самом начале храбр пишет: «Прежде убо словени не имеху книг, и с чертями и резами чтеху и готаху, погане суще. Крестившися же римскими и греческими письмены, нуждахуся славянскую речь без устроения». Разберем по кусочкам. «Прежде убо словени не имеху книг». Научный перевод. «Прежде словени не имели книг, письменности в привычном понимании слова». Мой перевод. «Прежде словени не имели Библии». Ведь Библия буквально с греческого переводится как «книги». «Ишь чертями резами чтеху и готааху погане суще». Научный перевод. «Будучи погаными язычниками, славяне читали и гадали чертами и резами». Мое толкование. Я не понимаю, что такое черты и резы, и не могу об этом рассуждать. Больше нигде в источниках не сказано о чертах и резах. Эти черты, черти и резы имеют отношение к гаданию, если гатаху, значит гадали. Нечто из области веры, как и Библия. Далее храбрый пишет. «Крестившежеся римскими и греческим письмены нуждахуся славянские речь без устроения». Ученые понимают это так. Крестившись, славяне пытались без всяких правил записывать свою речь римскими и греческими буквами. Допустим, но почему такая острая необходимость в письменности возникла у славян сразу после крещения? До этого они, наверное, скакали с ветки на ветку, оглашая леса дикими криками и довольствуясь гаданием на чертах и резах, а после принятия христианства ощутили потребность писать на родном языке. По храбру, до Кирилла и Мефодия крещенные славяне достаточно долго, много лет, пользовались чужими алфавитами, что было довольно неудобно для выражения слов славянского языка. И потом Бог не оставил род человеч, подразумевается, наверное, славяне, без разума христианского учения. И послал им святого Константина философа, нарицаемого Кирилла, мужа праведного и истинного,
И тот придумал славянам буквы, взяв за образец греческий и дополнив алфавит под нужды славянского произношения. Далее Храбр рассуждает о развитии греческой азбуки, как поначалу эллины переняли ее у финикийцев, а разные древние ученые-мужи постепенно добавляли новые буквы. Но греки были язычниками, посему создание греческого алфавита длилось многие лета. А Кирилл – муж Божий, потому изобрел славянскую азбуку в малых летях, причем в одиночку. Несколько далее в своем сказании Храбр, впрочем, мельком упоминает и Мефодия. Итак, с одной стороны у нас есть жития Кирилла и Мефодия, где они не изобретают буквы, но выступают в роли переводчиков, причем Константин Кирилл, помолившись, вскоре являет Михаилу переведенными на славянские священные книги в том же составе, каковой он обрел в Крыму, в Корсуне. Подобное отношение Кириллу и Мефодию как к переводчикам и учителям христианской веры среди славян пронизывает и другие христианские тексты, помимо житий. Например, в поминальных службах Кирилла величают учителем славянскому языку, то бишь учителем-просветителем славянского народа. Вот глаз из рукописи С. Палаузова. «Кирилле, славне учителю, доброте научи моравление своими Бога благодарите, прилагая на славянский язык от греческого закон Господень и правде его». На другую чашу весов положим коротенькое сочинение о письменях чернорисца Храбра, где утверждается без каких-либо доказательств изобретение Константином славянской азбуки на основе греческой, а скорость перевода приписывается тому, что Константин был христианином. Современные ученые принимают на веру версию монаха Храбра. Но мало им утверждений, что солунские братья изобрели для диких славян азбуку. Много лет уже внедряется мнение, что и давний славянский язык, известный нам по дошедшим летописям, житиям и прочим памятникам литературы, в быту на Руси не ходил, но использовался сугубо книжно. То есть мало лишить славян письменности, надо еще и родного давнего языка лишить. Почему-то никто не проделывает тот же финт ушами с древнескандинавским, или правильнее, старым северным, Old Norse, языком. Наукой признается, что на нем говорили скандинавы, эдак с 8 по 14 века. Северный германский язык весомо определяет наука. На нем известны некоторые саги, сборники Эдда и старшая Эдда, и различные рунические надписи. Но ученые не считают, что это был особый такой язык, годный только, чтобы сочинять на нем саги. Признают, да, использовался в обиходе. А вот с расшифровкой руны иногда получается так. В Эрмитаже хранится арабский динар, датируемый 701-702 годом нашей эры. На нем, помимо арабской вязи, невесть когда нацарапана на старославянском. РМЗ. Последняя буква – земля. З. Ученые берут и толкуют. Это не буквы, а руны. М – две отдельные руны. А земля – тоже руна, но без вертикальной палочки. И надпись надо читать «Кут». Засучив рукава, толкователи рут берутся за дело. Одни говорят, что «Кут» – это окончание имени некоего скандинава. В высшей степени научно. Другие бают, а вот давайте добавим еще букву. Р, да поменяем звуки, получится готр или гаутер, что можно было бы перевести как мужчина или воин. А третий ученый утверждает, что тогда готр этот, это другое имя бога Одина. Четвертые ученые вообще не согласны и видят в надписи другие руны, слово готс, но это если вторая руна длинная О, а последняя С. Итак, ясно вычерченную на монете
славянскую надпись ученые братья считают нормандскими рунами, толком не понимая, какие же именно руны написаны, и предлагает уйму вариантов прочтения. Ведь наука считает, что у славян тогда письменности не было, либо в лучшем случае некие чети и резы, поэтому и надписи славянской на динарии быть не может, так говорит наука. Наука, которая противоречит давним источникам. Наука, которая нагло перекручивает смысл сказанного в них, вероятно, надеясь, что никто не проверит. Наука, которая на черное говорит белое и подразумевает, что мы должны ей верить. И люди верят.